На Большом Самсоневском проспекте встретились танцующие люди. Здесь прошел фестиваль «Балтийская волна». Кантеп, модерн и хип-хоп – самые популярные стили и направления на сцене демонстрируют лучшие танцоры подростково-молодежных клубов северной столицы. Все чаще встречаются смешанные команды, где дети выступают наравне со взрослыми. Такой интерес к танцам организаторы связывают с популярным телевизионным шоу. Они борются там до последнего, не жизнь, а насмерть. И дети даже, когда смотрят, то есть они, может, просто пришли потусить, потанцевать. Но вот это влияние, они понимают, что да, чем я хуже, я тоже могу. И у них им передается это отношение к танцеванию. Ну и это очень круто. Участие в фестивале «Балтийская волна» все охотнее принимают не только любители, но и профессиональные танцоры. Для них в следующем году судьи уже придумали отдельную номинацию. Возвращается и забытый интерес к брейк-дансу. Танцевать его хотят уже не только парни, но и девушки. К юбилейному 5-му фестивалю на сцене «Форпоста» организаторы пообещали разнообразить программу технически сложным нижним и завораживающим верхним брейком.